Катрина Каиф. Во вторник, 6 апреля, в своей истории в Инстаграм актриса Катрина Каиф объявила, что у нее положительный результат теста. Сообщив о следующих шагах, Каиф написала: «Я немедленно изолировала себя и буду находиться на домашнем карантине. Я следую всем протоколам безопасности по рекомендации моих врачей». Актриса попросила всех окружающих ее людей пройти тестирование. Актер Вики Каушал. Звезда Болливуда Вики Каушал тоже объявил, что у него положительный результат теста, несмотря на все меры предосторожности. В своем посте в Инстаграм 32-летний актер сообщил, что он соблюдает все основные протоколы и в настоящее время находится на домашнем карантине, принимая лекарства по назначению врача. Актер также призвал своих знакомых немедленно пройти тестирование. 5 апреля актриса Пхуми Педникар сообщила, что заразилась коронавирусом и в настоящее время находится на карантине. В своем посте в Инстаграм она написала: «У меня положительный результат теста. На сегодняшний день у меня легкие симптомы, но я чувствую себя хорошо и изолировала себя. Я следую протоколу, данному моим врачом и медицинскими работниками». Акшай Кумар. «Я хочу сообщить всем, что сегодня утром у меня был положительный результат теста. Следуя всем протоколам, я немедленно изолировал себя. Я нахожусь на домашнем карантине и обратился за необходимой медицинской помощью», написал актер Акшай Кумар в Твиттере. 4 апреля актер призвал тех, кто контактировал с ним, пройти тестирование. А 5 апреля 53-летний актер сообщил, что он находится в больнице в качестве меры предосторожности и что он с нетерпением ждет скорого возвращения домой. Актер также выразил благодарность своим доброжелателям. Около 45 членов экипажа, работающих с Кумаром над его новым проектом «Ран Ситу», также дали положительный результат. Говинда заразился вирусом, сообщила о своем заявлении его жена. Сунита Ахуджа сказала, что Говинда дал положительный результат. 57-летний актер испытывает легкие симптомы и соблюдает все необходимые протоколы. Он изолировал себя и в настоящее время находится на карантине. 28-летняя актриса Алия Бхатт – последняя знаменитость, заразившаяся болезнью. Актриса поделилась этой новостью в своем Инстаграм. В заявлении, опубликованном 1 апреля, Алия написала: «Всем привет! У меня положительный результат теста. Я немедленно изолировала себя и буду находиться на домашнем карантине. Я следую всем протоколам безопасности по рекомендации моих врачей». Алия также поблагодарила неравнодушных поклонников в своем посте, добавив: «Благодарна за всю вашу любовь и поддержку. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, будьте осторожны». Актер-политик Парэш Раваль. 65-летний актер и политик Парэш Раваль был заражен ковид 26 марта. Сообщая новости в социальных сетях, актер попросил тех, кто был рядом с ним в недавнем прошлом, пройти тестирование. Он написал: «К сожалению, у меня положительный результат теста. Всех, кто контактировал со мной в течение последних 10 дней, прошу пройти тестирование». Амир Кхан. 24 марта актер Амир Кхан дал положительный результат теста и отправился в домашнюю изоляцию. В заявлении пресс-секретарь актера сказал: «Господин Амир Кхан дал положительный результат. Он находится дома, в самокарантинном режиме, соблюдает все протоколы и у него все в порядке». В заявлении от имени Амира также содержался призыв к тем, кто находился поблизости от актера в недавнем прошлом, пройти тестирование. На следующий день, 25 марта, актер Мадхаван объявил, что у него положительный результат теста. Актер, работавший с Амиром Кханом в болливудском фильме «Три идиота», объявил о своем диагнозе. Актер Маной Баджпайи. В начале марта актер Манодж Баджпайи дал положительный результат теста и находился на карантине. 12 марта информационное агентство сообщило об этой новости в своем твиттере и написало: «Актер Маной Баджпайи дал положительный результат и находится на карантине у себя дома». Его команда опубликовала заявление. Актер Ранбир Капур. 38-летний актер Ранбир Капур заражен вирусом, подтвердила его мать Ниту Капур в своем посте в Инстаграм 9 марта. «Спасибо за заботу и добрые пожелания.
Ранбир дал положительный результат. Он принимал лекарства и хорошо поправляется. Он находится на карантине дома и соблюдает все меры предосторожности, написала Ниту Капур в Инстаграм. Актер Варун Дхаван. Ранее в декабре актер Варун Дхаван заразился вирусом и написал: «В жизни нет ничего определенного». Поделившись постом в своем профиле в Инстаграм, актер объявил, что у него положительный результат теста, и написал: «Вернувшись на работу в эпоху пандемии, я заразился. Все меры предосторожности были приняты производством, но до сих пор ничего определенного в жизни». Амитаб Бачан тоже переболел этой болезнью. Во время своего пребывания в больнице актер Амитаб Бачан регулярно благодарил свою большую семью за их молитвы, пожелания и благословения. Актер-ветеран даже написал блог о том, как болезнь влияет на психическое здоровье пациента. От своего опыта в изоляторе больницы и того, каково это – неделями не видеть другого человека, кроме врачей и медицинского персонала, их обычных визитов и того, как врачи общаются с пациентами во время лечения болезни. Большой Би затронул все аспекты пребывания в палате. Айшвария Рай Бачан. Айшвария была госпитализирована в июле после положительного теста на вирус. Абхишек Бачан. Абхишек тоже дал положительный результат и был госпитализирован в больницу на Навати. Он регулярно делился новостями из больницы вплоть до выписки. Джанелия Десуза. Джанелия также дала положительный результат в августе. Она сообщила своим поклонникам, что выздоровела от инфекции и была бессимптомной в течение 21 дня. Сумитра Чаттерджи. Легендарный бенгальский актер Сумитра Чаттерджи умер 15 ноября в больнице в Калькутте, куда он был госпитализирован в течение последних 40 дней после положительного теста на вирус. Жена Риши Капура, Ниту Капур, сдала положительный тест во время съемок своего предстоящего фильма «Джак Джак Джей» в Чандигархе. Согласно сообщениям, вскоре после этого она вернулась в Мумбай на санитарной машине. Актер Арджун Капур объявил о положительном тестировании в сентябре. Он изолировался дома. Малайка Арора. Малайка дала положительный результат после возвращения со съемок реалити-шоу «Лучшая танцовщица Индии», где она является судьей. Вам нравится индийское кино, и вы хотите знать все об актерах Болливуда? Подписывайтесь на канал Болливуд, и вы будете в курсе всех новостей, а также узнаете все подробности личной жизни звезд. Я расскажу вам об их любви и расставаниях, об их успехах и поражениях. Канал посвящен жизни за кадром индийских актеров.